Ну, во-первых, здравствуйте. 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 Ангаскиев Михаил. Легендарная тоже наша личность. Играет на бас-гитаре, на губной гармонике. Тоже обладающий человек уникальным слухом, уникальным голосом. Такие децибелы может выдать голосовыми своими связками. Это прям, да, когда стекла могут лопнуть. Алдар Петрунин у нас абсолютно новый человек, пока он еще не как в составе группы, а наш студент это, в общем. Мы его пригласили как маринхуриста. Он студентом сейчас является по классу маринхур. И мы его в дальнейшем видим в нашей группе. Ну и я, Зандеев Доржо, руководитель данной группы, гитарист, вокал, все, в общем, как-то так. Ну и, в общем, вся эта наша группа Саган Турлак. Образовались мы в 2014 году, 21 июня, перед нашим районным праздником Сухарбан. Почему наше название стало таким? Во-первых, потому что Саган Турлак — это белый ворон, то, что олицетворяет как чистое белое, да. В параллель проводим как белая ворона, да, на русском языке, что не обычные люди, не такие, как все. Почему мы стали играть такую музыку на бурятском языке? Во-первых, мы начали играть ее с народных песен, начали поднимать старые народные песни и выдавать в свете в новом звучании, новом формате, новом звучании, да. Чтобы их не забывали, потому что это наша история, это наша культура, иначе у нас не будет будущего. И вот это движение мы будем продолжать, так как у нас сейчас упадок находится нашей культуры бурятской, теряется наш национальный язык, теряется наша культура. Мы вот своим маленьким вкладом хотим сохранить ее. Всяко-разно пытаемся, вот, старые вот песни поднимаем, пытаемся петь на своем родном, да, языке. Ну, вот так, такой вот вклад мы вносим в нашу культуру и в нашу историю. Самые какие-нибудь, не знаю, смешные какие-нибудь истории на концертах. Концерт даете, может быть, что-то такое? Истории куча у нас, особенно с косяками нашими. Но, не, ну, на самом деле истории таких смешных мало. И в основном они все у нас серьезные, потому что, как мы, выступление — это большая ответственность. Во-первых, она стоит. Перед выступлением очень много готовимся, выступаем, стараемся не портачить, не косячить в этих своих выступлениях. Но они имеют место быть. Да. Да. Играем, косячим, потом разбор полетов после концертов, и начинается у нас вот веселая история. Самая интересная у нас обстановка, конечно, это на репетиции. У нас репетиция проходит в нашем гараже. Гаражный рок мы играем, получается. Все вот как легендарные группы, они все вышли из подвалов там каких-то, да, из гаражей. И мы тоже, следуя этой традиции, тоже не изменяем ее и начинаем работать тоже в гараже. Нам просто там как-то интереснее, там своя какая-то атмосфера, муза там где-то нас посещает чаще, чем в других местах. Есть такой человек, который сидит у меня по правую руку, это Сергей Саганов. Этот человек с уникальным музыкальным мозгом, но потом после егошней кончины мы его мозг будем еще беречь, там, заспиртуем его! Замавзолеем его! Но. А так, это реально очень уникальный человек, который обладает уникальным слухом, уникальным качеством, которое он умеет разложить там и по-своему слышит музыку. И каждый у нас тоже, каждый в нашей группе уникален по-своему. Никто практически у нас не имеет музыкального образования, все самоучки у нас. У нас только один человек, который с музыкальным образованием есть, который то, самый последний у нас пришел, это Тимур у нас, который музыкальное образование имеет. А так мы все вот начинали мы вообще играть на пальцах друг друга, объясняли, ты вот так играй, а ты вот так играй. Ты вот так пой, вот здесь громче пой вот настолько, а вот здесь тише пой настолько. Да, это у нас такое вот было. Тем не менее, вот наша музыка все-таки она интересная получается. А почему она интересная? Потому что мы с душой это делаем. Каждую частичку своей души мы вкладываем в эту музыку, и она вот изливается так, как должна изливаться, и затрагивать те нотки души каждого человека, чтобы она отпечаталась у каждого в сознании и в душе. Познакомлю нашу группу. Во-первых, начнем с правой стороны. Сергей Саганов, наш гитара, музыкальный мозг, мультиинструменталист, можно сказать, да, на любом инструменте может сыграть. Затем идет Тимур Махеев,
клавиши, звукооператор. Валерий Сабенов, наш фронтмен, человек с уникальным голосом, с великолепнейшей харизмой, которая сногсшибательная харизма. Ему стоит плечами так шевельнуть, говорит, и вся публика, говорит, падает. Да, такой человек у нас, это монстр наш. Наша прекрасная девушка, луч солнца золотого наш, это Зина Батлаева. Наша, она вот не буквально у нас недавно начинает, она только вот начинает с нами играть. Мы ее учим играть на ударных инструментах, то есть она у нас барабанщик. Да, мы правильное дело делаем, людям нравится, как мы, что мы делаем. И надеюсь, мы оставим отпечаток в истории нашей. По-любому. Я послушал, очень круто. Брядер Мендых Ургод Лунгрих полно. Можно, да? Нормально. Конечно, конечно. Так звучит. Чигед Минтру, Амар Мендо, Мане. Сон, Пид Мигзон, Хайм Бибдада. Хальмовод, Буряду, Дугет. Аяр Холлинг, Хальму Гурнов, Юдет. Телевидение, Дилет, Вин, Хайм Туда. Те Танда, Ихе. Мендо Хургенупта. Чигед. Дага. Амар Шалга, Хилха, Ханнаб. Урил хилхия ханнаб. Углу буре, нарок тоже. Удур буре, сайга уржи. Буйнте, бурхте, явхатне, болтаге. Бухи дылхин хэн хэхни хусуд. Ходдо им сыбыр ханате. Саган сичхилте. Ходдо хэн ханжа. Бурхандам уржи. Я вытта. Юрель, ты тха. Хэнда.